Еле нашла. Так, нашла еще вот такие карабины. Это тоже из дорогой серии фурнитуры под бронзу. Вот, которые стоят так же, как фурнитура с покрытием. Видите? Так, я взяла одного размера. Наверное, они там одного размера только и были. Так, взяла вот эти шапочки дорогие. Я вам, помните, показывала, говорю, не помню, дорогие они были или нет. В общем, шапочки действительно очень дорогие. Видите, их всего по две штуки взяла. Вот одни вот такие. Другие вот такие. И вот эти, они, по-моему, раскрываются. Может, не раскрываются. Сейчас навру вам. Раскрывается или не раскрывается. Почему говорю тихо? Потому что ночь сейчас. Ночь сейчас разберу и пойду, наверное. Да, они, наверное, не разжимаются. А те разжимались, которые я вам показывала. Немножко они другие. Еще для колье я у себя нашла вот такой бейл, единственный медный. Вот это, по-моему, американская фурнитура. Я покупала в каком-то из наших российских магазинов. По-моему, в «Зеленой птичке». Я этот бейл покупала 100 лет назад. И вот он мне, возможно, пригодится для моей работы сегодня. Это к тому, что все когда-нибудь пригодится. Вот лежал он у меня 2 года. И тут понадобился. Вот, и вот столько швен скупила. Сейчас покажу по под бронзу и под медь. Под медь гораздо меньше выбор. Но, тем не менее. Так, есть простые. Малышки, маленькие швензы, такие без претензий, просто подметь. Такие, как правило, используются гораздо чаще, чем с какими-либо мотивами. Но на самом деле очень красивые все швензы. Так, вот такая пара. Петелькой. Вот такая пара. Бронзи тоже, по-моему, такие купила. И представляете, не могу найти. Как-то я, видно, купила вот так. А, нет, нет, нет. Вот это точно есть, я нашла. Бронзи тоже такие брала. А вот этой вот не вижу пока. Нет, нашла. Слава богу. Так, ну и бронзи. Те, которые я показывала, уже не буду показывать. Да, это такие же. Бронзи взяла побольше, потому что все-таки я в бронзе гораздо больше украшений делаю, чем медных. Хотя мне меди тоже очень они нравятся. Вот. Я взяла прям по несколько пар. И вот эти, которые не находились. Так, что сейчас? Сейчас еще покажу вам, какие модели у меня тут есть. Так, вот такая модель. Все с петельками. Но здесь даже петельку срезать можно, и сережка очень красивая. Без всяких элементов простые, причем они нескольких форм. Видите, поменьше, побольше. Совсем, видите, такая маленькая-маленькая. Маленьких таких прям взяла. Но я люблю маленькие. Я сама люблю, чтобы просто бусина была и все.
чтобы особо там ничего и не было. Все без претензий. Прям взяла. Так. Вот такую еще взяла. Такая форма. Тоже красивая. Да? Вот с этой уже делала сережку. Получилось просто отлично. Если найду, вставлю вам фотографию. Просто отлично. Причем я делала с акриловой бусиной, и бусины просто огонь. Я уже и бусы сделала такие, и сережки смотрятся супер. Так, взяла даже со стразиками, потому что у меня есть два замочка бронза со стразиками. Вот прям они в комплект пойдут. Сделаю что-нибудь красиво. Так, такие я вам показывала. Так, не надоела я вам там? Мурлык-мурлык у меня сегодня. Уже спать пора. Уснул бычок. Я все фурнитуру перебираю. Вот такие тоже красивые. Так, вот эту где-то, да. А вот она, тоже со стразиками. Видите, какая. Капля сюда какая-то просится. Бутон с каплей будет. Так, еще со стразиками вот такая с сердечками. Одну взяла пару. И, наверное, вот эти и все. Так, вот эти, вот эти. Такая еще пара. Одна. Все, наверное. Все остальные я вам уже показала. Все остальные показала. Ну, вот эта третья, да, простая. Была побольше, поменьше, а вот эта средняя. И все они немножко отличаются вот этим расстоянием. Ну все. Под бронзу всегда швенц не хватает. Я прям пополнила свои запасы. Я довольна. Можно делать сережки. Бусы и чокеры. Сейчас как раз займусь этим. Все, на сегодня буду прощаться с вами. Обязательно поставьте мне лайк, напишите какой-нибудь комментарий. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.